захотелось мне сотворить свою группу. Группу, вот именно по моему движению. Я парикмахер, колорист, химический завик и так далее. Вот. И будет такая группа в WhatsApp, например, да, с базы данных, например, да, где мы будем совместные закупки делать, допустим, каких-то этих, ну, вот, курсов, например, да, по колористике, по химии, да, вместе будем собираться, покупать и будем обсуждать. И в этой группе я хочу рассказывать про Бога, рассказывать иногда свои рефлексии по импульсу, не кого-то учить, а вот у меня пошел импульс, у меня случилось чудо, или, допустим, какая-то ситуация, допустим, парикмахер говорит, вот мне сейчас так плохо, у меня, допустим, ситуация с моим клиентом, да, и тут же осознавать вместе, разбирать эту тему, да, потому что на самом деле, когда плохо, ты падаешь на низкие вибрации. Вот такая группа будет, как бы, знаете, работа со своим сознанием, тут же, как бы, свое хобби, как бы, прибавляешь, работаешь по своей любимой работе, как говорится, вот, вот. Если у кого-то желание есть, пожалуйста, приходите. Это будет группа по совместным закупкам, где я могу свободно изъявлять свои импульсы, где я могу говорить и не бояться, что что-то со мной, мне кто-то заткнет, например, или я буду чувствовать стыд. Мы даже этот стыд будем разбирать, если, допустим, тебе захочется разобраться с этим. Вот. Группа по колористике. Группа и даже по химическим наукам. И, ребята, если у кого-то есть желание, и где кто-то хочет, чтобы быть равным в этой группе, не чувствовать стыд, не чувствовать страх, проявляться, как ты хочешь, быть той, кто ты есть. Если даже этот страх появился, ты будешь вопросы задавать, девчонки, помогите мне. Вот когда мне бывает плохо, я просто пишу, вот у нас группа есть в телеграм-канале с проводниками, я просто пишу, ребята, мне так плохо, помогите мне. И представляете, появляются проводники, которые меня ведут. И тут же эта группа такая же будет. Вот, допустим, мастер с кем-то там поругался, с клиентом своим, или что там случилось, или там у него деньги, ну, короче, вот, любую ситуацию. Все отношения с клиентом можно разобрать под наблюдением проводники. Мы как проводники. Так что пишите, у кого появилось желание, захотелось этого. Вот такая группа будет, где можно изъяснять свои мысли, вопросы задавать. Быть в процессе настоящей игры, интереса жизненного и работы своей. Вот.